это цветы. Мы не знаем, как они называются, но это дворик музея Альберта и Виктории. Скорее, Виктории и Альберта. Дворик выполнен в итальянском стиле. Но я что-то тут итальянского особенно не замечаю. Наоборот, какой-то такой викторианский стиль. Английский такой роскошный, в то же время консервативный стиль. Очень красиво, очень. Цветы потрясают.